Капец, как хочу пить. Тоби? Ты не поможешь мне в гараже? А это ненадолго. Папа, я занят. Приходи, когда закончишь, ладно? Ага. Нет, нет, не надо! Папа! Тоби? Дерьмо! Тоби! Папа! Тоби, ты меня слышишь? Эта реабилитационная программа поможет тебе забыть обо всем. Угонщиков схватили, их обвиняют в убийстве жителя Орландо. Подумать. Ты чудесно проведешь там время. Осторожно! Человек за бортом! Ребята, послушайте. Ну, ты даешь, чувак. Я мы так сегодня хотел, отлично поплавали. Вы все круто. Молодцы. Даже ты, Тоби. Да, Тоби. У всех нас были проблемы. Именно поэтому все мы здесь. Надеюсь, вы узнали что-то о себе и о работе в команде. Поэтому сейчас мы на необитаемых островах Пулау-Абайи. Остается последний этап. Каждый из вас проведет на отдельном острове 3 дня и 3 ночи. Ого. В Малайзии более 100 необитаемых островов, так что не могу сказать, что ожидает каждого из вас. Даю вам спальный мешок, брезент, фонарик, а также сигнальную ракету на случай чрезвычайной ситуации, чтобы подать сигнал кораблям. Ясно? Что нам делать целых 3 дня? Сидеть, думать, исследовать. От вас все зависит. Главное — это интроспективный опыт. Это возможность подумать о том, почему вы здесь оказались. И каким человеком хотите стать в будущем. Можешь со мной не согласиться, но ты не тот, кем был 2 недели назад. Высаживаю тебя первым и первым буду забирать. Приходи сюда на рассвете через 3 дня со всеми вещами. Слушай, оглянись вокруг. Люди платят огромные деньги, чтобы оказаться на таком острове.
Это твой кусочек рая. Черт. Ладно, Робинзон Крузо. Покажи, на что способен. Эй, а вы в курсе, что есть явные признаки того, что Робинзон Крузо был геем? Правда? Ну да, там полно намеков. Не шутишь. Это было очень прогрессивно в западном империалистическом обществе, которое систематически силой отбирало у аборигенов их ресурсы. Ого. Понятно, почему у тебя нет друзей. Но палатка что надо. Дай пять. Что это? Что у нас здесь? Да что еще? О, кокосы. Органические или нет? Черт! Эй! 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 Убирайся! Черт возьми. Да, необитаемый, мать его, остров. Отличное время, чтобы проявлять инстинкты. Чёртов гений. Ау! А! Моллюски.
Черт. Ладно. Ладно. Что? Кто здесь? Черт! Где же она? Папа! Привет. А!
Тебе нельзя здесь быть. Мне нужно идти. Ладно. Эй, так ты... Ты здесь живешь? А здесь рядом есть какой-то город? Мне поесть что-то нужно. О. Я участвую в реабилитационной программе. Слышала о ней? Это программа для детей, которые облажались. Там учат принимать свои чувства, учат личному росту, а потом бросают на острове, где ты учишься выживать в дикой природе. Специально? Да. Я лично думаю, это тупо. Это довольно вкусно. Эй, а кто построил дамбу? Чертовски круто. Миссионеры. Постой, куда ты? Домой. О, ладно, а мне возвращаться в лагерь или... Нет, это опасно. Подожди, стой, прости. Что, почему опасно? Эй. Ладно, слушай, а до пляжа отсюда далеко? Эй, пожалуйста, скажи, как тебя зовут? Черт! Оставайся возле огня. Змеи не любят огонь. Меня зовут Мадлен. Оставайся возле огня. Оставайся возле огня. Мадлен?
Это яйца? Куриные? Смешно. Больно, наверное. Немного. Скоро заживут. Давай сначала поедим, а потом поищем лекарства. Хорошо. Слушай, а на этом острове есть какой-нибудь рогатый скот? Ну, вроде укос. А что? Ты что-то видел? Я не знаю, что видел. А давно ты здесь живешь? С самого детства. А здесь есть еще кто-нибудь? Да, есть. Друзья. Моя мама. И папа. И они до сих пор здесь? Только мама. Папа давным-давно умер. Сочувствую. Мой папа тоже умер. Мне жаль. Мне тоже. Сядь там. Здесь? Да, здесь. Ладно. Что это такое? Они особенные. Их нельзя есть, пока не захочешь спать. Что они делают? Вот. Постой. Губа будто немеет. Что? Эй, постой, я... Отлично. Эй, куда мы идем? Я... Бесконечная связь компьютеров. Компьютеров? Это то, что используют, ну, забей. Я не рассказал о том, что будет завтра. Уже темнеет. Что, что это такое? Ты, главное, держи это при себе. А что, может, появится-то рогатая штука? Может, моя мать. Ладно, что ж. Она убьет тебя, если обнаружит. Спокойной ночи, Тоби. Что? Я должна идти. Что ты имела в виду? Тебе вообще нельзя здесь ходить, ясно? Иначе тебя убьют. Мадлен, скажи, что ты имела в виду? Я завтра к тебе приду. Завтра я уезжаю. Завтра утром за мной приедет Кей. Что? Ты собирался уехать, ничего не говоря? Я пытался сказать, но я... Не приходи, если это опасно. Если хочешь это уходить, опасно. Уходи! Мадлен, постой, я... Мадлен!
Тоби! Ты здесь? Где ты? Тоби! Это Кей! Ты в порядке? Я слышала, как здесь кто-то кричал. Клянусь, если ты меня разыгрываешь... Проклятие. Кто здесь? Тоби? 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 Прекрати свои дурацкие игры! Ты подставляешь остальных ребят, у меня нет на это времени! Тоби, черт возьми, это ты там? Черт! Черт! Уже, наверное, полдень. Кей!
Боже, Кей! Черт! Черт! Нет, 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 нет! Нет, нет! Давай! Ну же!
Кей. Черт. Да. Это... Помогите. Это поисковик. Меня слышно? Помогите. Это поисковик. Отзовитесь. Меня слышно? Кто это? Кто это? Да, я здесь. Я вас слышу. Я Тоби. Слушайте, судно утонуло. Меня зовут Тоби Бернс. Я из программы реабилитации. Застрял на необитаемом острове. Послушайте, тут погиб человек. Я на островах Пулау-Абай. Черт, пожалуйста, вы меня слышите? Алло. Ты снова не заперла дверь. Поэтому животные лезут к нашей еде. Да, я знаю. Ты говорила много раз. А ты все не слушаешь. Ты никогда меня не слушаешь. Мадлен, это неправда. Мне надоели эти разговоры. Ты не готова никуда идти. Принеси-ка воды к ужину. Отныне из дома ни ногой. Почему? Потому что тебе нельзя доверять. Ты поняла? Мадлен, если увидишь кого-нибудь, сразу говори мне. Чш, чш,
Ты поняла? Ответь ей. Мадлен! Ладно, прости. Ты должен идти на пляж. Тебе нельзя здесь быть. Мадлен! Иди на восток к каменистому пляжу. Я скоро приду. Жива. Давай. Мадлен. Что? Принеси воды. И веток принеси. Ладно. Эй! Тебе 16. Ты должна мне верить. Я твоя мать. Я так рада, что ты в порядке. Когда ты ушел, мама исчезла, и я жутко волновалась. Ты собирался уезжать? Мадлен, я тут думал. Девушка, которая должна была меня забрать, мертва. Ее лодка разбилась. Я обнаружил ее тело. И еще я видел твою мать. Она уплывала от лодки. Думаю, это она. Это она убила Кей. Мадлен, что? Что здесь происходит? Я помню очень немного. Раньше мы строили, ловили рыбу, играли в прятки в джунглях. Мы были счастливы. Но что-то случилось. Я лишь помню, как плакала в уголке. А мать вся в крови говорила мне не смотреть. А я тогда просто... Я вижу это по ночам. Ужасные вещи.
И рядом всегда это чудовище. Неужели их всех убила она? Она психопатка. Мы должны отсюда бежать. Куда нам идти? На острове она все равно нас найдет. Но я нашел радио Кэй в хижине твоей матери. Я уверен, меня и остальных сейчас разыскивают. Я отправлю сигнал, когда выберусь отсюда. Бежим вместе. Пожалуйста. Ладно. Ладно, я завтра сюда вернусь. Не уходи без меня. Хорошо. Береги себя. Хочешь погонять? Ладно, сорви голова. Она твоя. А вот ключи. Коронкой вниз. Бензин. Черт. Черт возьми. Воу, воу, воу.
возьми, что ты здесь делаешь? Я... Кейни приплыла. Я нашел лодку. Чувак, что здесь творится? О, черт. Дерьмо. Эй, взгляни на дерьмо. Меня. Дерьмо. Эй. Тому маяку как минимум 100 лет. Даже если мы его включим, корабли сюда не заплывают, да и зачем? Мы должны плыть на мой остров, и чем скорее, тем лучше. Я без нее никуда не поплыву. Ты серьезно? Чувак, мы не останемся на острове больных убийц. Может, они даже не одни. Да я тут все обошел. Они одни. Ты явно не смотрел «Избавление». Мы не должны здесь быть. Она тут застряла. Как и мы. Я спасу ее. Ладно, тогда давай переплывем через пролив, а затем вернемся, когда нас спасут. Сколько ты здесь? 6 дней и возомнил себя Рэмбо? И куда это ты? К ее дому. Чувак, ты, наверное, слегка моллюсков переел. Это курс выживания. Ты забыл? Выживание! Давай выбираться, пока еще можем. Ты же не дашь этой психопатке замучить тебя до... Эй! Прости. Я не оставлю ее на острове. Я помогу ей. Мадлен. Эй. Это я. Отпусти. Отпусти. Что? Что? Что вы с ней сделали? Я хотела у тебя спросить то же самое. Слушайте, я не знаю, где она. Ясно, просто... Отпустите тогда меня, ты ладно? Должен меня выслушать. Ладно. Мадлен в беде. Она не должна... Эй! Черт! О, черт! Даже не представляешь, что творишь. Я все знаю. Знаю, что вы убили Кей. И, возможно, убили своего мужа. А дочку держите на острове узницы и рассказываете ей всякий бред. Я держал ее подальше от людей. Я ее не убивала. Кто тогда убил Кей?
А? Кто ее убил? Это она их убила. Всех убила. Нет. Нет, вы сошли с ума. Он нас предупреждал. На острове что-то есть. Ему нужны жертвоприношения. Мы не понимали. Нет, вы не понимаете. Она нужна нам. Ему нужен был подходящий хозяин. Она была совсем малышкой. Она убила всех. Кроме меня. Возьми это. Чтобы усмирить его. И еще оно не любит свет. Ей нельзя, нельзя покидать этот остров. Тоби? Тоби! Тоби, это ты? Кто это? Тоби, прекращай!
Что ты наделал? Я... Мадлен, я... Я сделал это для нас. Наконец-то мы сможем уехать. Ладно, горячий парень. Она твоя. Ты должен попробовать. Да.
Мадлен? Что за...
Смотри, там кто-то плывет. Давай, давай, левее бери. Так держать. Посвети туда. Видишь его? Подходи ближе, аккуратно. Эй! Правее, правее забирай. Как назывался твой корабль? На этом острове еще кто-то есть? Расслабься, ты в безопасности.